Друзья, всем привет! С вами Александр Квасов, команда Norton SPB. В этом видеообзоре я расскажу вам о мембранных вейдерсах от компании Rapala, или как еще ее называют, Rapala, вот, которые называются X-Protect Chest Digi. Вот в такой вот приятной коробочке эти вейдерсы продаются. То есть я сразу покажу, потому что если в подарок кому-то покупать, ну, приятно очень выглядит. Такой вот мешочек, и, собственно говоря, в ней там ремкомплект идет, пояс вот такой. И чехольчик. Теперь, собственно, сами вейдерсы. Ткань у вейдерсов прочная, достаточно мягкая. Вот такая вот расцветка у них приятная. Сверху, соответственно, классический вариант идут подтяжки на пряжках, фастексах. В передней части предусмотрен карман на прорезиненной молнии. Такой большого достаточно объема. Карман такой похож такой на неопренчик, материал здесь мягкий. И внутри тоже присутствует вот такой вот небольшой карманчик. Молния здесь не прорезинена. Вот. Ну, сам карман защищен. В передней части есть утяжка с резиновым шнурком, которая идет вот по всему уровню груди. Можно подтянуть, если нужно, подзатянуть. Шлевки широкие. Ремень где-то 4 сантиметра идет. Вот, крепится, соответственно, здесь и здесь. Пояс такой тянущийся, из эластичного материала. Регулировка пояса происходит, ну, покажу сразу, при помощи, то есть, внутренняя часть у него такая бархатистая, как бы липучка. То есть, вы подрегулировали как нужно, затянули и, собственно говоря, закрыли. По нижней части ткань здесь поплотнее немножко идет, вот, и есть еще крючки специальные для крепления к ботинкам. Вот, собственно говоря, и неопреновые носки. Удобные, легкие, комфортные вейдерсы. Вот, собственно, и все, что мы хотели о них рассказать.